Здравствуйте, наши посетители сайта. В этом видео мы сделаем такой маленький обзор к дополнению к статье о теплом поле в душе. Мы как раз выбрали торговую марку Nexans ультратонкий кабель Миликабель Flex. И также сразу скажем преимущества, почему его можно использовать. В первую очередь, он укладывается сразу под плитку, что более эффективно и будет быстрее нагреваться ваш теплый пол, в том числе и плитка. Также он безопасен. Если мы посмотрим, у него идет бисмутовое соединение. И сверху полностью идет алюминиевая трубка и изоляция. Никакая влага, вода не попадет на нагревающую жилу. Это говорит о безопасности. Можно его использовать там, где непосредственно будет вода. Он легко укладывается на монтажную ленту, крепится кабель, сантиметр клея и сразу плитка. Пол будет в душе у вас теплым, не будет никакого дискомфорта. Также не забывайте устанавливать терморегулятор, вы можете использовать механический. Ну, если брать в душевой кабине, можно использовать программируемый терморегулятор, потому что мы душ принимаем утром и вечером. И на программируемом терморегуляторе можно выставить этот параметр. Если брать по преимуществам еще этого кабеля, по всей длине алюминиевая трубка от механических повреждений, от локального перегрева. Но все равно обратите, что самый лучший вариант — это укладывать этот кабель в душе. Он безопасен. Заказывайте, будем рады, чтобы вы стали нашими покупателями. Спасибо большое.